Добрый день! Сегодня мы представляем вашему вниманию полуавтомат закаточной модели МЗ-400Е3, который дополнительно оснащен оптоволоконным датчиком наличия флаконов. Итак, давайте приступим и закатаем флакон. Для переналадки на другой размер флаконов вам необходимо заменить подстаканник под нужный размер флакона. Для этого, естественно, мы выключаем машину, производим переналадку. Теперь опять ее включаем. Делаем пробный пуск, что все у нас все работает, все узлы в норме. И приступаем к работе. Как видите, все ровненько, все укупорено. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.